110 годов тому назад начала выходить наша Нива. На ее сторонках адлюстровывалось життё тогочасного белорусского громадства в помкненні, жаданні, здійсненні. Сегодняшняя наша Нива адлюстровывает життё белорусов у незалежной Беларуси. И это вельми и вельми важно, потому что про 100 годов можно будет доведаться, как жили мы сегодняшние, что нас непокоило, что хвалявало, как мы змагаліся с проблемами и с разными питаниями нашего життя. Тому сегодня, читаючи нашу Ниву, подтримливаючи ее, пишучи на ее сторонках, мы створаем историю незалежной Беларуси.